Детскую железную дорогу продлить. С таким предложением выступил губернатор Борис Дубровский после встречи с председателем правления РЖД. Оба согласились, что этот проект может стать не только развлечением для юных горожан, но и местом для карьерного роста. Ведь детскую железную дорогу планируют перенести в систему профессионального образования. Сейчас длина детской железной дороги почти 6 километров. Поезд следует по территории парка Гагарина и Сосновому Бору, проезжая 5 остановок. Этот проект появился еще до войны в 1939 году и до сих пор пользуется небывалой популярностью. Несмотря на то, что дорогу несколько раз закрывали. Машинистами и проводниками там работают студенты Института путей сообщений. В какую сторону собираются продлить рельсы, пока неизвестно. Но после появления двух новых остановок, эта железная дорога станет рекордсменом в мире по количеству остановочных пунктов на детских дорогах.